Дмитрий Михайлович, говорим о погоде на 5 августа с пожеланием только самого лучшего, чего вы достойны. Ваш АТВ Михайлович. По республике теплая, неустойчивая погода, местами кратковременные дожди, ну это, наверное, против пожаров и грибам. Ветер восточный 5-10, при грозах порывистый. Температура воздуха, северные районы ночью 11-16, местами до плюс 6, днем 21-26. Комфортная погода. В центральных районах ночью 12-17, днем 24-29. Ну, лето, однако, еще. Южные районы ночью 12-17, по юго-западу плюс 6-11, днем 24-29, местами при дожде до плюс 18. Наша обожаемая столица, днем возможно, гроза с дождем. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 25-27. Атмосферное давление будет падать и составит 711 миллиметров тонкого столба. Жизнь счастливая или несчастливая, удачная или неудачная, все же это интересная и наша жизнь. Только тот, кто помог себе, знает, как помочь другим. Чтобы жить долго, надо думать об этом с молоду. Молодежь, думайте всегда об этом. Дай Бог вам всем здоровья. Ваш АТВ Михайлович, смотрите нас, мы всегда с вами.